Вот несколько классных товаров, про которые ты узнаешь в этом ролике. А также я тебе расскажу, как дополнительно сэкономить на распродаже 11.11. Всем привет! В честь скорого дня больших скидок я подготовил для вас очень интересную и полезную подборку товаров, которые вам пригодятся в повседневном использовании. Если вы хотите немного сэкономить на распродаже, то после видео переходите по ссылкам в описании на AliExpress и получайте купоны, которые вы можете потратить на распродаже и сэкономить. А также ложите себе товар в корзину, который вам понравится, и приобретайте его в день распродажи по сниженной цене. Очень удобно и дешево. А также пишите, что из данного видео вам понравилось. Приятного просмотра! Складной водонепроницаемый рюкзак. Это ультралегкий компактный складной рюкзак, который можно взять с собой на велопрогулку, в поездку, на природу. При необходимости он складывается в маленькую сумочку, сопоставимую с размером ладошки взрослого человека. Этот рюкзак сшит из плотного непромокаемого нейлона, закрывается на молнию, а плечевые ремни регулируются по размеру. Рюкзак складывается в мешочек, который одновременно служит внутренним карманом для мелких вещей. Он стильно смотрится как на парне, так и на девушке. У продавца на страничке вы найдете более 10 цветовых решений этого рюкзака. Реверсивная отвертка Mia Viha 8 в 1. Новинка оснащена храповым механизмом, так называемой трещоткой, благодаря которой стержень можно свободно прокручивать в одном из направлений. При этом переключатель реверса имеет три положения: R для закручивания крепежей, L для откручивания, а в среднем Mia Viha 8 в 1 используется как обычная отвертка. По названию легко догадаться, что в рукоятке поместилось 8 бит. Насадки из легированной стали S2 с антикоррозийной обработкой и твердостью 60 HR фокусируются с помощью магнитов. Стержень длиной 105 мм съемный, но для него места внутри не нашлось. С этой отверткой мы получаем качество, которому можно доверять, а также удобный, стильный и надежный инструмент. Я, как человек, который любит работать по дому своими руками, однозначно был бы рад такому пополнению в своем наборе инструментов. Тарелка-гироскоп. Научить ребенка пользоваться ложкой и тарелкой – задача сверхсложная, если, конечно, у вас нет такой замечательной тарелки-гироскопа. Такая тарелка не прокидывается и даже не наклоняется. Разлить суп или вывернуть на пол кашу практически невозможно, разве что малыш начнет размахивать тарелкой как флагом. В любом другом случае еда останется там, где должна быть, в посуде. Тарелка небольшая, как раз на одну детскую порцию. По бокам удобные ухватистые ручки, малышу будет удобно ее держать. Мыть тарелку легко. Каждую полусферу можно очистить отдельно. Нужно всего лишь поворачивать детали так, чтобы они попадали под струю воды. На распродаже 11.11 такую необычную тарелку можно купить рублей за 200-300, если речь идет о простых моделях. Можно взять сразу несколько штук разных цветов, чтобы малышу не надоедала одна и та же посуда. Очень классное зарядное устройство. Отличается от других вариантов не только интересным дизайном, но и наличием яркой подсветки. Она поможет заметить изделие в ночное время суток. Она выдает теплый приятный свет с регулируемой яркостью и возможностью отключения посредством сенсорной панели. Конструкция оснащена сразу четырьмя выходами для подключения кабелей. Небольшие размеры изделия делают его компактным и удобным, а вилка Евростандарт решает проблемы универсальности. Девайс вполне можно использовать как ночник, ведь яркость освещения действительно поражает. Выходное напряжение каждого порта составляет 5 вольт. Такого показателя хватит для подзарядки сразу двух планшетов или четырех смартфонов. Покупатели, которые уже получили заказанный с торговой площадки товар, провели замеры на тестерах. Они показали соответствие заявленным параметрам. ТВ-приставка сделает из вашего обычного телевизора мощный смарт-телевизор на основе 4-ядерного процессора. С помощью ТВ-приставки вы сможете смотреть высококачественное видео в 4К. Она оснащена 16 гигабайтами встроенной и 2 гигабайтами оперативной памяти. Подключив ТВ-приставку, ваш телевизор станет вторым компьютером или планшетом. Вы сможете не только просматривать видео, но и общаться с друзьями в социальных сетях, проверять почту, играть в игры, загружать и устанавливать приложения и многое другое. Управление смартбоксом осуществляется с помощью дистанционного пульта, но можно подключить беспроводную клавиатуру, джойстик или компьютерную мышку. Стандартная оболочка приставки отображается на экране телевизора большими цветными блоками. Быстрая беспроводная зарядка-присоска.
Популярная новинка – зарядка для ваших гаджетов, база которой крепится непосредственно с помощью присосок. Она создана для людей, не расстающихся со своим гаджетом ни на секунду, даже в те моменты, когда его аккумулятор разрядился. С таким устройством вам будет всегда удобно держать телефон в руках. Аксессуар закрепляется на задней панели гаджета при помощи мощных присосок и заряжает его по технологии QI. Компактная и легкая зарядка не займет много места в сумке, рюкзаке и обеспечит вам возможность быстрой подзарядки смартфона. Для ряда телефонов зарядка имеет возможность ускоренной зарядки, обеспечивающей на 40% большую скорость зарядки, работая только с моделями, поддерживающими такую функцию. В остальных случаях обеспечивается стандартная скорость беспроводной зарядки. Качественные электронные компоненты, интеллектуальный чип управления, защита от скачков напряжения, сверхтока, перегрева, перезаряда и короткого замыкания обеспечат эффективную и безопасную зарядку ваших гаджетов. Лампочка с датчиком движения. Мы уже давно привыкли, что датчик движения устанавливается отдельно. Теперь лишних движений делать не нужно. Просто вкручивайте лампочку в патрон и вуаля, все готово. Лампочка срабатывает при движении в радиусе 5-6 метров. Для стандартной комнаты этого вполне достаточно. Для лестничной клетки можно найти вариант помощнее, но стоить будет дороже. Лампочка энергосберегающая, поэтому вспыхивает не сразу, а медленно разгорается. Оттенки света самые разные, от холодных белых до теплых золотистых. Цоколи тоже разные, можно подобрать под любой патрон. Робот-пылесос. Современным домохозяйкам надоело возиться с пылесосами. Теперь они получают уборку роботам и заказывают их в Китае. Пока вы занимаетесь своими делами, робот-пылесос бесшумно и незаметно трудится, поддерживая чистоту в доме. Миниатюрные габариты устройства позволяют ему проникать в труднодоступные места, убирая пыль под кроватями и диванами, за шкафами и под столами. Также скромные размеры позволяют не переживать о том, что электронный уборщик будет занимать много места. По размерам такие роботы меньше пылесосов. Средняя цена таких чудо-машин около 15 тысяч рублей, но можно найти отличный вариант в два раза дешевле. А бывают роботы-пылесосы и за 3 тысячи. Мощности у них маловато, но для квартиры в самый раз. Такой робот вполне справится и с пылью, и с кошачьей шерстью. В описании я подготовил для вас несколько ссылок на пылесосы с разными ценниками. Переходите, забирайте купон и выбирайте себе пылесос с хорошим ценником. Xiaomi Mi Smart Band 4. Это новый фитнес-браслет с 0,95-дюймовым AMOLED-экраном, который покрыт 2,5D стеклом с олеофобным покрытием. Браслет оснащен улучшенным 6-осевым акселерометром, который будет более точно контролировать вашу активность. Фитнес-браслет выдерживает погружение на глубину до 50 метров. Mi Band 4 оснащен модулем Bluetooth 5.0 LE, благодаря которому поддерживается более стабильная связь с телефоном. Емкости аккумулятора 120 мАч хватит приблизительно на 18 дней работы. Также браслет позволит вам управлять музыкой в смартфоне, менять треки, регулировать громкость, ставить музыку на паузу и так далее, а также получать сообщения и уведомления и отклонять звонки. С Mi Band 4 утром вас разбудит не резкий звук будильника, а деликатная вибрация браслета на запястье, что позволит вам просыпаться без стрессов. Долго можно перечислять функции этого гаджета, он действительно очень достойный, и к нему стоит присмотреться и сэкономить на большой распродаже. Мойка высокого давления имеет мощность 1400 Вт, которая создает давление водяной струи в 70 бар. Это начальный уровень в сегменте моек высокого давления, но этого давления хватит для самых разнообразных задач. Мойка автомобилей и ковров, сайдинга, стен и окон, только пластиковых. Все это доступно за небольшую стоимость. Вес мойки составляет около 12 кг. Ее легко перемещать по территории, а вот длина шланга всего 3 метра и могут возникнуть проблемы с брызгами, в зависимости от того, что именно вы моете. Лучше всего, когда длина шланга составляет 5 или 7 метров. В комплекте с мойкой вы можете выбрать различные гаджеты при покупке, например, пистолет-распылитель, бутылку-распылитель для моющего средства и другие полезные дополнения. GSM-сигнализация со стабильной и надежной работой позволит производить контроль за безопасностью вашего дома с помощью цифровой панели и функционального пульта, которые работают между собой с помощью серии установленных датчиков и соответствующего приложения на вашем девайсе. Среди преимуществ сигнализации можно отметить следующее. Есть встроенная возможность подключения к стандартным и целой серии дополнительных датчиков, разделение охраняемой территории на несколько типов зон с возможностью их переименования,
При возникновении опасности система производит дозвон на 6 установленных мобильных, а также осуществляет оповещение путем отправки СМС на 3 номера о состоянии сигнализации. Сушилка для обуви поможет сохранить обувь в сухости в течение всего года. Она обеззараживает вашу обувь благодаря озонатору и высушивает обувь благодаря тепловой конвекции и подходит практически под любой размер ботинок. Ее также можно использовать для обогрева обуви в холодную погоду. Вам больше не придется одевать мокрые ботинки в холодную погоду и тем самым ставить под угрозу свое здоровье. Достаточно прийти домой и воспользоваться удобной электросушилкой обуви с таймером. Вы даже можете выйти по своим делам, а устройство прекратит работу самостоятельно за счет заранее установленного таймера. У меня такая сушилка была на обзоре, и я лично могу рекомендовать данный девайс. Он меня часто выручает, тем более в данное время года. Ортопедическая подушка от Xiaomi. Подушка имеет больше 10 тысяч маленьких воздухопропускных отверстий, которые высвобождают влажность и излишнее тепло, и выполнена из малазийского латекса, что говорит о том, что подушка не потеряет своих свойств на протяжении всего срока службы. Высокий уровень упругости помогает занять голове и шее правильное положение. Подушка приобретает нужную форму, чем и обеспечивает качественный отдых. Латексная подушка долговечна, она не деформируется и не оседает. Кстати, подушка бесшовная, что само по себе хорошо. Первоклассный материал лицевой стороны защитит от частиц размером всего в микрометр, так что можно забыть о клещах и наслаждаться здоровым и крепким сном. Меламиновая губка – хит чистящих средств. С легкостью очищает стойкие загрязнения практически с любых твердых поверхностей – оргтехника, пластика, кафеля, ванны и раковины. Без труда стирает следы от обуви, ручки и маркера. Безопасно для рук и кожи. Губка используется только с водой, в чем есть два положительных аспекта. Вы сокращаете общие затраты на уборку и избавляетесь от необходимости распылять химические средства в помещениях. Умные зарядные устройства для автомобиля. Используют микроконтроллер MSU, чтобы управлять процессом зарядки аккумулятора. Зарядные устройства автоматически остановят зарядку, когда батарея наберет полную емкость. Есть защита от короткого замыкания, защита от перенапряжения, защита от обратной полярности, если перепутали клеммы плюс-минус. Подробный индикатор заряда отображает вольтаж, силу тока, заряжает свинцовые и гелиевые батареи. Есть процент заряда аккумулятора, что облегчает пользователям быстрое понимание текущего состояния батареи. Это устройство использует три фазы зарядки. Режим зарядки ШИМ. Контроллеры с широкоимпульсной модуляцией используют технологию, которая аналогична используемым в других современных высококачественных контроллерах заряда АБ. Когда напряжение на АБ достигает определенного значения, алгоритм ШИМ постепенно снижает ток заряда для предотвращения перегрева, вспухания или закипания аккумуляторов. Как вам сегодняшний ролик? Что понравилось? Пишите в комментариях, мне интересно. А также переходите по ссылкам в описании на AliExpress и получайте купоны, которые вы можете использовать на большой распродаже 11.11. Как говорится, если сэкономил, значит заработал. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на канал. Дальше будет еще много интересных и полезных видео. Всем хорошего вечера, спасибо за просмотр и пока-пока.